На участке тепловых сетей ПАО ТГК-2 произошел обнаружен дефект. В данное время дефект этот устраняется. Дефект на подающем трубопроводе, диаметр 600 мм. То есть по-простому, ну, дыра образовалась. То есть утечка теплоносителя происходит. И пока мы в глубокую зиму не ушли, то есть сейчас более-менее благоприятный период, проводятся эти работы по устранению дефекта. Что сделали? То есть была возможность переключить микрорайон Бывалова на котельное МУП Вологда Гортеплосеть. То есть это сделано. И микрорайон Бывалова, он с отоплением в данное время. А пятый микрорайон, улица Конева, да, вот здесь, к сожалению, они сейчас находятся без отопления. Школы, сады, ну, там температура, если окна не открывать, она как бы в течение дня-то продержится, то есть у нас небольшой минус. Порядка 139 домов, 5 детских садов, 5 школ и 3 лечебных учреждения, которые в домах находятся, многоквартирных. 45 административных зданий. Это непредвиденная ситуация, да, действительно. В летний период ремонтных работ на данных сетях не проводилось. То есть, ну, сети, они, ну, мы сами понимаем, что они старые. У нас более 70% износ тепловых сетей в городе. В 5 утра мы ожидаем, что будет полностью восстановлено теплоснабжение, но надеемся. То есть все будет зависеть, какой на самом деле дефект. Сейчас откапывают, снимают изоляцию на трубопроводе. И как только будет виден уже дефект наглядно, то есть там будет более-менее понимание, как быстро устраниться. Но не позднее 5 утра завтрашнего дня.